Конечно же, у зрителей возникнут вопросы относительно твоего совершенно сногсшибательного внешнего вида сегодня. Ты выглядишь так, как будто ты просто только что со скачек в эскоте. Ну, я на них виртуально пребываю все время. Можно несколько слов о твоем сегодняшнем образе? Ну, это новый коллег. Таких малоизвестных брендов. Бельгийцев? Ну, практически такие взводы. Даже не знаю. Ну, все такое непритязательное. Но как раз соответствует такому легкопасмурному летнему дню. И как ты прорабатывала этот стиль сегодня? Как тебе пришло в голову одеться именно так сегодня? Во-первых, мне кажется, это светлое, потому что начался солнцепёк, мне не хотелось черного, которое бы привлекало вообще. Ну, я одела юбку, потом думала, что одеть к ней. Ну, подобрала из недавно купленных вещей такую блузку. Спросила у мужа, можно ли так идти. Он сказал, да можно. Ну вот. Он вдохновляет твой стиль? Кто? Супруг. Ой, скорее наоборот, как-то он наоборот препятствует, может быть, собственно, его возникновению. Его такому. Источники вдохновения сегодняшние какие у тебя есть какие-то? Можно? Твоему сегодняшнему луку. Да как-то не особенно я так заморачивалась, что прям вдохновляться, нет? Московские эксперты стиля, как обычно, говорят, что вот... Ну. А как ты заебошила такой лук? Какие эксперты? Хипстеры. Это пример, фамилия. Ну как, морской стиль юбки. Считается... Ой, что здесь такое? Я тут какую-то пломбу у себя... Где тонко там рвется? Какую-то пломбу тут обнаружила. Что это? А, ну вот такое, что для прогулки на яхте. Вот тоже подошло. Как вы считаете? Ну, небольшая отсылка к Одри Хепберн, я тоже в этом вижу. А, или вот каким-то, да, такое цветут магнолии Монако. Ну да, что-то такое, может быть, конечно, не с этим аутфитом, может быть, надо было какое-то платье такое. Что-то в этом пахнет, да. Попахивает ривьерой. Ну да, да, виртуально я там. Между эскотом и ривьерой. Да. Да, я помню поездку в Ниццу. Это было лет назад, 14 или 13. Мне там очень понравилось. Это была вечеринка Шопар? Нет, это была частная поездка. Без всяких таких пафосных вечеринок. Просто мне там говорилось, что как это вот такая ночная жизнь до 3-4, там весь город заполнен народом. Такая фиеста. Я раньше этого не видела. Ну, конечно, удивило на месте еще какой-то арабов там. Прочих. Ну ладно, пойдем, все равно надо двигаться. Благодарю. Спасибо. Может быть, через лес пойдем или туда пойдем?